Это снова Наталья Евгеньевна Лохман, фикс-прайс. Такое блюдо появилось. 28-17 сантиметров. Делает китчен. Состав керамика. По 149 рублей. Пиала 610 миллилитров. Керамическая. Делает китчен. Такая вот красивая. С цветочками. По 99 рублей. Тарелка керамическая 19,5 сантиметров. Не глубокая, обычная. Также в таком вот цвете. Цена 79 рублей. Также из коллекции вместе с пиалой идет вот такая вот коллекция. Тарелка 23 сантиметра по 149 рублей. Я сначала думала, что это салатник. Такая тарелка. Пиала 380 миллилитров. Такая вот синенькая в цветочек. Паловое стекло. Цена без карты 55 рублей. Цена по карте 51 рубль. Салатник на 700 миллилитров. По 79 рублей. Такая вот симпатичная тарелочка. 19,5 сантиметров. Опаловое стекло. По 55 рублей. Также в наличии тарелка 20 сантиметров. Они тут разные. Вот, облазить не буду. Видно, что разные. По 55 рублей. Точнее, 62 рубля. Не туда посмотрела. Пиала. Салатник. 1,35 литра. Опаловое стекло. Такой вот беленький, красивенький. Без всяких рисунков. По 149 рублей. Всем пока-пока.